Taking over, 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 ta
should be. Give me the reason to want you back. It's harder than it should be. I'm the one you need. I'm the one you need. Для команды TNT сегодня даже хороший матч у вас, потому что как-то слаженно было, все хладнокровно, не было вот местами, там первый тайм хороший, второй провалили. Но как для тебя, по-твоему, сложился сезон? Насколько есть мотивация у ребят играть в следующем сезоне? А, вот, и вообще, как настроение? Как, вот, думаю, будет хорошее, у нас команда все еще комплектуется. Уже весной должна быть укомплектована полностью, кого не надо отсеем, кто хочет поставим. Вот кто ходит. Желание вроде есть. Начинаем забивать. Ну, пустили сюда на ошибках. Ну, соперники заметно прибавили с прошлыми сезонами. Ребята, чуть пятерых первый раз, наверное, вижу. Ну, бегают хорошо, пасуются. Сложно. 22-й номер особенно. Во втором круге очень хорошо прибавили Йети за счет четверых молодых очень игроков. Добавилась динамика, но вы, тем не менее, смотрелись отлично. Как ты думаешь, это результат тренировок у вас все-таки? Или как бы, ну, появляется какой-то опыт турнирный? И турнирный, и так играем, более уже сыгранные все. В тонусе еще. Да, более приходим в тонус. А ну, думаю, на весну будет. Желаем тогда успехов в этом. Блин, Александр, как я услышал, форс-мажор. Твоя муха не успел переодеться. Но на самом деле все бегут. К сожалению, Стамбуляк получает травму, я понимаю. Молодой коллектив всерьез прибавил сил команде Йети. Как это все удается склеивать? Готовы ли ребята играть в весенний сезон? И как тебе вообще турнир в этом сезоне для вас? Потому что в начале все было очень плохо, ты это помнишь. Отпала половина коллектива, и непонятно было, как закончится. Закончили очень неплохо. Да, второй круг у нас, конечно, значительно лучше вышел. Но этот сезон для нас вообще такой на контрастах, скажем так, да. Наверное, в принципе, чтобы что-то поменять, это такие тяжелые ситуации, которые провоцируют какие-то изменения. Да, у нас было достаточно много возрастных игроков, вот, и требовалось какое-то омоложение, но оно немного затянулось, да, и на этой фоне вышел первый круг у нас вообще вот этот, ну, просто кошмарный. Да. Мы ходили, ну все перепробовали, и в церковь ходили, ничего не помогало. Вот. Да. Вот, ничего не помогало, да. И потом какой-то переломный момент, было очень тяжело схватить команду, да, очень много было распри у нас. Но в какой-то момент потом это послужило катализатором к тому, чтобы омолодиться. И как-то, ну, сейчас мы, конечно, еще на пути становления связки всех вот этих вот наших старичков, наших новоприбывших. Ну, Витков и Николаев прекрасно вписались. Отлично, как будто там всегда и отлично, были. Отлично, да. Много травмированных у нас тоже пожилых, скажем так, игроков. Вот. Поэтому сейчас будем как-то, наша задача на следующий сезон увязать, чтобы было. Сейчас мы, скажем так, второй круг мы взяли молодостью, ну, грубо говоря, грубо.
Вот. А теперь мы в следующий сезон мы будем стараться это все увязать, чтобы оно все гармонично смотрело. Сейчас немножко, да, там на контрастах есть такие перепады, когда, допустим, у нас опытные игроки выходят, да, и молодец. Не все связки работают, кое-что где-то надо будет улучшить. Вот следующий сезон, я думаю, что... И мотивация будет. Я желаю вам этого успеха. Мы вас ждем. До свидания.